На улице дубильник, а я иду на маникюр и педикюр. Ай, господи, какое счастье! Вот, вот я ждала этого момента. Ура! Целый год ходила без маникюра и страдала, потому что вот для меня это, честно, непривычно. Я с 16 лет делаю маникюр вообще так, на всякий случай. Вот, но я хочу сказать, что никто меня не бросался тухлыми помидорами и яйцами и не говорил: фу, она без маникюра. На самом деле это все в нашей голове. Но настолько сила привычки, настолько тебе нравится, когда ногти аккуратные, красивые. Поэтому вот перед Новым годом я приехала навести красоту.